Утром 30 сентября правительственные силы начали наступление смежными флангами на районы Сулейман-аль-Халиби и Бустан-аль-Баша. На момент наступления линия фронта пролегала вдоль улицы Аль-Санабари, разделяющей район Сулейман-аль-Халиби на две половины. Одну занимает сирийская армия, другая половина под боевиками Джабхат ан-Нусра. Наступление сирийской армии осложнено рядом факторов. Один из них – под боевиками Нусры находится так называемая водонасосная станция, повреждение оборудования которой может привести к проблемам со снабжением водой всего Алеппо. Поэтому авиация на территории объекта не применяется, а артиллерия подавляет огневые точки боевиков по периметру. Бои в этом районе осложняются большим количеством малоэтажных застроек и узкими улицами и идут с применением преимущественно стрелкового оружия. Полоса наступления в глубину противника имеет сложный рельеф и переходит от низменности к возвышенности. Огневые позиции террористов и их наблюдательные пункты находятся выше, чем у правительственной стороны. Это серьезно затрудняет управление подразделениями и огнем в бою со стороны командиров. Дает противнику возможность легко менять огневые позиции, перегруппировываться, перебрасывать резервы на направление атак сирийской армии. Разрывы на передовой газовых баллонов, мин, ракет кустарного производства уже в первые 30 минут съемки не подавали счету. Наша группа передвигалась только короткими перебежками от укрытия к укрытию. Пока правительственным силам удалось занять несколько зданий, взламывая хорошо укрепленную оборону террористов. Под боевиками эта территория находилась более 4 лет, и они хорошо готовы к обороне. Вот на ту тогда лучше. Шайком, да. Так как обзор был ограничен, мы запустили вверх беспилотник.
На кадрах видна и позиция адского огня боевиков, их позиции на территории водонасосной станции. По их наблюдательным и командным пунктам вела огонь артиллерия. خالد حريتاني من سكان حي سليمان الحربي من 50 سنة نحن هون بالحي ساكنين ونحن قاعدين على خط التماس من أول الأزمة مع الجيش العربي السوري كثير من جيراننا راحوا يعني غادروا الحي نحن معهم إمكانيات نحن اضطرينا نكون هون لأني ما في إمكانيات نستأجر وقاعدين مع الجيش العربي السوري وعم نستنى اللحظة الحاسمة من زمان مشان نخلص ونرتاح ونرجع مثل ما كنا عايشين بأمان واستقرار وترجع العالم على بيوتها ونرجع نعيش مثل ما كنا عم بينزل قذائف عنا كل فترة وفترة وجروح مدنيين نسوان أطفال نسوان عيلتكم عم تخافوا عيلتي لما عم بينزل قذائف عم بيخافوا كثير بنرتاح وعم نقعد ورا باب سقف ونشطح بالأراضي ونبطئ وهيك الأزمة بقى تنتهي حاج يعني حاجتنا عذاب حاجتنا مرار نرجع نعيش مثل ما كنا بأمان استقرار مرتاح حاج أنا بوجه رسالة للمسلحين إنه حاج كفى دمار كفى قتل ويعني يرجع عقلهم ويعني يستسلموا حاج هلا البلد حاج تعب حاج هلا يرقوا بها العالم العافية والله يا ابراهيم من برا مالك بس من جوا Давай.
Шум, Оле! Самолет. Наверное, кричат борцы за западную демократию и общечеловеческие ценности. راح نزله.